Посмотрим, сколько у нас, например, на Skate America получили танцоры в коротком танце. Мэдисон Чок и Иван Бейтс, которых мы сегодня с вами увидим, они получили в коротком танце 68.96, а у наших 57.96. На тот момент, на момент Skate America, с тем составом это был бы третий результат. Сразу за братом и сестрой Шабутани. И посмотрим, куда у нас с вами... После короткого танца судьями будут определены Елена Ильиных и Руслан Жигадж. Параллельно дорожки шагов по центральной оси катка начинают они. Хорошо оценили. Вошли в посадобль. По новым правилам этого сезона не просто одна серия обязательного танца, в данном случае пасодобль, но еще и так называемая частичная дорожка шагов. Это когда ты должен придумать еще одну секцию пасодобля, но уже как оригинальный пасодобль, то есть на основании шагов испанского танца. Вот они, видите, повторили секцию из обязательного пасодобля, но ее обрамили другими шагами. То есть, знаете, как из тех же шагов сделать новую комбинацию. Настроились на прокат. Вчера на тренировке эффектнее эта поддержка смотрелась на баланс. Чуть скорость не добрали в поддержке. Чуть-чуть скорости не добрали в поддержке. И несколько тяжеловато. Она выглядела 31,8. Они накануне, когда Виктория Синицына и Никита Коцалапов представляли на тренировке уже произвольный танец, Лена с Русланом накатывали короткий. И объяснили, может быть, несколько. Ну, во-первых, не хотели на виду всех совместить два танца. Уже что называется, на тренировке столкнуть два танца, чтобы сложилось впечатление до главного проката. Первый момент. Второй момент. Ребята уже выступали в этом сезоне. И как раз короткий танец у них, скажем так, не совсем получился. Неделю назад в Китае, на Кубке Китая, они в итоге стали четвертыми. И там их сумма была 60 баллов и 48 сотых. Посмотрим, что они получат сейчас. Жгуче, страстно. Но единственное, хочется, чтобы эта страстность была только не во внешних, не только во внешних атрибутах, да, но еще бы, чтобы этот огонь шел изнутри. Пока что, конечно, глубины отношений, будем так говорить,
Не хватает, я не призываю в данном случае к отношениям в жизни. Я имею в виду глубины отношений в паре. Не хватает для того, чтобы этот образ получился более объемным. То есть внешне жжет, а на самом деле внутренне присутствует холод и напряжение. И поверьте, это судьи это прекрасно чувствуют. И там у Бортика это чувствуется еще сильнее. Но в остальном здорово. В остальном здорово. Будем смотреть и сравнивать их протоколы, что одной пары, что другой. Протоколы многое могут рассказать. Вот видите, теряет ход чуть-чуть здесь Руслан. В этой поддержке. Поддержка очень сложная. Судейские протоколы именно и объяснят нам с вами. Ну, такое ощущение, что как раз обязательный пасодобль и частичную дорожку шагов пасодобли Лена с Русланом исполнили качественнее. Как они сами сказали в интервью, 64-12. Да. Так, вот это уже мощно. 64-12, это практически на уровне Шабутани на Скейт Америка. Там у тех было 64-14. Мощно поработали за неделю. Браво.